На мысе Хрустальном началась реставрация монумента героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По словам градоначальника, реставраторам предстоит обновить облицовку памятника, очистить металлические фигуры солдата и матроса, заменить нарушающие технологию элементы. Также будут отремонтированы композиция «Вечный огонь», смотровая площадка и ограждение. Реставрацию доверили севастопольским специалистам, подчеркнул губернатор. Будет проходить мероприятие противоаварийные. Вот, а против для этого нужно необходимые разрешения для допуска нас на этом объекте. В целом работы будет проводиться. Постараемся выполнить его качественно, на 100%. Город будет доволен и все будет в порядке. Реставрировать медные фигуры планируют на месте с помощью переносного оборудования и строительных лесов. Остальные элементы переместят в мастерскую. Сквер, прилегающий к памятнику, также благоустроят. Здесь появятся новые пешеходные дорожки, скамейки и урны. Будет установлено новое освещение и подсветка памятника. По словам губернатора, основные работы должны завершить к 9 мая.